Любой объект из нашего окружения при правильном ракурсе может стать предметом искусства. Главное – увидеть в нем его обратную сторону. Такова жизненная философия фотографов-абстракционистов, и они делятся ею с нами через свои фотографии. Серия ярких снимков под названием «Геометрический Лос-Анджелес» — это необычная смесь уличной фотографии и смелого взгляда на архитектурный пейзаж фотографа-самоучки Салли Харрисон. Четкая геометрия, грамотная композиция, не перегруженная лишними деталями, приятные глазу пастельные тона — все это объединилось в минималистический абстрактный сюжет. Совершенно другую абстрактную Америку показывает нам фотограф и дизайнер Энджи МакМонигал. Девушка переехала в Чикаго из маленького сельского городка и с тех пор без устали исследует город, который мы привыкли считать каменными джунглями. Для Энджи каждый небоскреб — это не фон, а часть цельного урбанистического полотна, скрывающего улицы от взглядов извне, укрывая их подобно одеялу. Выбирая уникальный угол обзора, она умело использует кажущуюся бесконечную вереницу линий и текстур, чтобы в итоге получить завораживающий, почти гипнотический кадр. Снова архитектура, но совершенно с другой точки зрения, предстает перед нами на снимках турецкого фотографа Энера Торуна. Яркие и необычные здания напоминают мультфильм или детскую настольную игру. Фотограф явно получает удовольствие от жизни и выражает это в своих работах. Сочетание четкой геометрии и цвета можно найти не только в архитектуре. Канадец Дэвид Бардени фотографирует с вертолета соляные поля Австралии и Северной Америки, сверху напоминающие неизвестные планеты. На снимках из серии «Соль» можно увидеть дороги и дренажные канавы в окружении соляных полей. Из-за разного химического состава почвы поля контрастируют друг с другом. Это натуральное искусство. Растянутые цветные фигуры и их неровные очертания напоминают работы абстракционистов Марка Ротко, Клиффорда Стила и Вильяма де Кунинга, рассказывает фотограф. Архитектура, пейзаж или предмет – удачную абстрактную композицию можно найти в чем угодно. Каждый снимок – это игра воображения. И не только для фотографа, но и для зрителя.